Назови этих горгулей, которых ты вспомнила. У них на крыльях были лапы, руки человеческие. Их родная вселенная где? Внизу, внизу. Ниже драконов намного. Когда вирусом были поражены? Я не вижу, чтобы там было это, понимаешь? Я вижу, как он их заразил, что ли. Ну, какая разница? Через него, либо он сам? Да, через него. Он Они заражен. были заражены, как кормил их с руки чем-то. Вот так. Он их потом приручил. Вначале они были просто вот сущности такие магические какие-то. А потом они стали злые, такие кровожадные, стали мясо жрать. Просто вижу, как он их мясом просто кормил. Обычные горгульи, как почти, я не знаю, как сейчас их рисуют, но крылья кожистые и черные они какие-то, или темно-фиолетовые, или черные. И вот руки на крыльях, ноги, ноги птичьи, только такие массивные, скажем так, головы. Души есть у них? Я вижу какие-то кристаллики внутри, но они совсем-совсем черные. Знаешь, как из черного камня есть такой обсидиан или как называется, Да, совсем черный. посветлеет. Они были другими. Были другими. Они тоже были птицами, людьми-птицами, но это были такие, знаешь, миловидные птицы, они не были злыми. И человеческие черты там были просматривались такие, ну, достаточно миловидные. А те, которые потом, это были ужасные. Поставь одну перед собой, пусть собачка ее понюхает. Найдет, где вирус. Собачка сканирует и просматривает и говорит, что вирус там встроен в ДНК. Пусть укусит и меняет. Пусть также синие посмотрят. Синий говорит какие-то вещи, он говорит, что это развращение души было, что она такая черная стала, и говорит, что на самом деле она должна быть голубого цвета, и Да. говорит, что они были знакомы раньше. Он их видел, во всяком случае. Пусть откатывают изменения, а это пусть возвращается и заражает позитивом, антивирусом других. Пусть все возвращается. Пусть становится таким, каким были раньше. Пусть одна собачка идет в ту вселенную, копируется и кусает все, что с вирусом меняет. Какое-то я не скажу за всю Вселенную, потому что я вижу вот одну как планету. Она вся как какими-то пауками затянута, что ли, как паутины. А там вид такой запустения очень сильно большого. Серое небо почему-то, но она была по-другому, она другая была, эта Вселенная. И те, которые там живут, это все равно как сплошь хищники, знаешь. Ну вот пусть кусают их собачки и синие переструктурируют. Пантерки запусти, пусть жрут все с вирусом, зачищают. Там же размножаются, живут. Можно нижних, там очень низко. Да, там очень низко, нижним там будет комфортно. Запустила. Да, я вижу, видоизменилась, у нее уже вирус прошла болезнь, и она может возвращаться туда. Она более сильная для тех, которые больные, может их всех, ну, вылечить или перезаражать антивирусом. Как угодно, можно сказать.
Еще такие сущности, пораженные красно-черным, есть? На той планете, да, вот эти горгульи, это не единственные жители. Там достаточно много разных жителей есть. Вот, кстати, вот эти гиенки, которые мы видели, вот не те, которые в самом низу были, а те, которые видоизмененные. Помнишь, что Миша говорил? Вот такие там живут, да. Но они тоже были другими, у них не было таких мутаций. Как-то по-другому выглядели. И сейчас я попробую вспомнить, посмотреть, как они выглядели, вытянуть. Пофиг, собачки пусть кусают. Хорошо. Запусти, пусть там копируется сколько надо. 1, 2, 3, ну все там пусть чистят. Нельзя сказать, что там жили самые примитивные магические существа, но в какой-то мере, да, они там больше всего деформированы и подвержены влиянию этого вируса. Они все там как очень сильно видоизменились, они стали все... Это какой-то средний мир нижнего. Да, вампирами часть. Какими-то стали, и вот только мясом стали питаться, как разрывают друг друга. Слишком агрессивная вселенная стала. Что с их фоном? Я вот сейчас смотрю на эту вселенную, я его нигде не вижу. Спроси у синего, где их фон? Они говорят, что он закован. Пусть раскуют. Где-то сверхнут, вот не сверху, потому что там даже небо такое, как сильно-сильно, знаешь, как свинцовое такое, вот на цвет такое, серое-серое. Они рассмотрели все и говорят, что его нет, он закован где-то. Какой-то или гора, или грот, или что-то вот. Но как можно заковать и лишить силы настолько, чтобы он не может вырваться? Ну, как это... Тантал был. Без мозгов и без этого. Но его не убили, его силу нужно сохранять. Но не то, что не убили, не переписали как программу. Не стерли, да. Не стерли, да. А просто приковали и сами освободить могут? Говорят, что нет. Чего нужно? Они показывают оковы и показывают, что невозможно подобрать ключа. Даже для них невозможно, что из миллиардов вариантов не могут просчитать тот, который подойдет. У кого есть ключ? Пытаюсь найти, где-то выброшен. У них спроси. Да, они тоже пытаются найти. Где-то выброшен, и сейчас это место им трудно обозначить. Кто выбросил? Кто закрыл замок? Ну, скажем так, красно-черный. Последняя инстанция. Ну, раз не последняя инстанция, то ты должна помнить. Запомни. Я даже знаю, где он был, только я не понимаю, почему его теперь там нету. Он был внизу.
Там, где многие были вещи, артефакты какие-то, как туда он все выбрасывал. Ну, кто у нас любитель таскать всякие игрушки? Да, свиньи и любители. Вот, да, вот и я тоже. Ты помнишь, как ты им говорил, чтобы они этот купол вычистили и все отдали кому нужно? Ну, пусть вспоминает, куда отдали ключ. Ты говоришь, что они сейчас врать не могут? Они мне не могут брать. Ну, спроси он у них. Я понимаю, что он у них, но они как-то жмутся. Пусть отдадут, мы используем, а забирают обратно. Ну, отмыкают, да. Металл, кстати, очень интересный, которым эти наручники сделаны, что он прикован. Вот откуда сказка о Прометее, что ли? Ага, кандалы. Металл уходит к оригиналу. Там тоже три составляющие. Я вот только смотрю, что она разделяется. Его сила красно-черного, моя и нижнего этого. Есть еще такие вселенные с конами, закованными. Но это внизу и вот так в сторону, вот видишь, она туда же. Это где-то внизу, да. Другие есть вселенные? Синие говорят, что нет, но я подозреваю, что им лень искать просто. Пусть один летит быстренько по всем вселенным, сканирует состояние кунов, которые могут, он сразу освобождает моим именем от паучков таких, какие у меня легко. Говорит, что восстановлены. Уже восстановлены. А вот с паучков нужно убрать у него и у того. Помнишь, что зайцев любил? У него тоже паучков куча. Вот пусть идут вниз, начиная с самого верха, выбирают таких паучков по всему Тору, всех видов, и вирусных, и взламывающих, и накачивающих, и скачивающих силы Творца. Они спрашивают, а Финькову уберешь? Я не запущу новых. Поняли. Чего они торгуются с тобой каждый день за эти деньги? Никому-то хорошо, они там такой сделали островок любви, освещают всю вселенную почти синим, но это не нравится. Они желтый цвет делают вселенную, дают, они синие. У него тоже это, знаешь, вот как вот такой штучка вот такая в голове. В, да. Да, полностью отсечение идет. И В тоже пусть всем убирают. Всем конам. Да, работают. Я так вижу, что они его освободили и очистили от всех этих программ. Но какое-то время на заполнение и восстановление необходимо. Да, как трезвеет с похмелья.
у жителей, скажем так, проще происходит. Там они восстанавливаются как-то быстрее, одни и вторые, но их там много. Они там такие интересные. Такое невозможно придумать, Илья. Представь себе гибрид слоненка какого-то маленького и броненосца. То есть это броненосец с хоботом и с ушами такими Большой, прикольными. да. А зачем уши? Чем они питаются? Сейчас большинство случаев ими питаются. Но ключ они сперли обратно, Илья. Зачем оно? Не знаю, одна часть туда полетела, другая туда полетела от наручников. А ключ они забрали, это я точно просмотрела. Ключ теперь может только отпирать. Ничего запирать не может. Свойство придать, что только открывается. Угу. Что он им не поможет. Отпираю только то, что сделал красночетный. То есть финьковым загородить не получится и запереть, да? Даже мои силы. Да, это для них печально, но они переживут, я думаю. Они просто еще могут кучу конструкций нагородить и этим ключом типа запереть. Воли Творца и Коста Черного меня нафиг. Только отпирать. Они сейчас, конечно, просчитывают варианты, как перенаправлять и открывать то, что все равно себе напомнил, но это будет на пользу Тора. Приуныли, ну ладно. Жопа все-таки бывает. Все так и есть, Илья, да. Да. Покажи им здание, в котором я сегодня был, судья. Пусть ее обманывают, как хотят по жизни, чтобы она вечно была обманута. И все судьи в этом здании, в таких мантиях черных. Во главе с председателем. Пусть его жизнь обманывает как угодно. В личной жизни, в семье. Пусть детей чужих воспитывает. Потери и прочее. Все что угодно. Это его выбор. Все равно масон. Кажись, кто там судья сейчас.